Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Dark Twins. Мы продолжаем играть в игру Horizon Zero Dawn и отправляемся в предел мастера, так как именно там было обнаружено голографическое изображение женщины, которая похожа на меня и из-за которой меня хотели, собственно, убить на обряде инициации. Путешествовать мы будем аккуратно и осторожно, так как здесь, как мы видим, куда я сейчас буду отправляться, может быть все что угодно. Я еще здесь не был, представьте. Вот эта карта, да, вот я отсюда начал, и вот здесь все это я обшарил, и вот сюда вот дошел. Карта. Так. С кем-то они борются. Поле павших. Хорошо, я саданул. Вот она. Вау. Блин, палочек-то нет. Оказался тут один. Спасибо за помощь. Где твои люди? Не хочу, чтобы они рисковали. Если погибну сам, пусть, не жалко. Но только не они. Прости, что тебя в это втянул. Да брось. Для меня это обычное дело. Ну, убийц выслеживать, машины ловить. Да? Что же тогда необычное? Ну что, начнем? А сам-то ты как? Я трезвый, так что плохо. Голова боба. Ну, зато голова у тебя ясная. Это ненадолго. Расскажи, что произошло с Эрзой. Давай, по порядку. Никто не знает. Она ушла среди ночи, взяла с собой лучших бойцов. Лучших? А тебя что, нет? Нет. Я выпивал. Может, она решила, ну, не знаю, что не справлюсь. На следующий день патруль обнаружил их мертвыми, а рядом тела тросов из Карха Тьмы. Была засада. Карха Тьмы — это звери. Они так ее избили, что хоронить придется в закрытом гробу. Мне очень жаль, Рэнд. Ну, когда я найду тех, кто это сделал, они тоже пожалеют. Так, а вот почему она ушла? Вот что самое интересное. Предположение, куда она пошла среди ночи? Нет. Явно дело срочное. Сообщение об угрозе, что-то о Карха Тьмы. Не знаю я. Карха Тьмы, это вот эти вот утырки. Но почему они это сделали? В масках. Они нас ненавидят. И больше всех Эрзу. Она помогла Аваду выбить их из Меридиана. 2 года они зализывали раны. И вот дождались возможности отомстить. Так, покажи мне. Ладно. Покажи мне, где погибла Эрза, и я сделаю, что смогу. Да мне не нужна Эрза. Иди за мной. Зачем? Я хочу предел мастеров. Зачем мне Эрза это? Так, нам даже не по пути, блин. Запас карман не тянет.
Не тянет, ты права здесь. Палочки, веточки нужно собирать, а то... Жопа, блин. Совсем без палочек бегаю. Нужно потерпеть, пока не закончится буря. Тут мне даже стрелы не из чего делать. Просто интересно. Зачем она забралась так далеко? Не знаю. Ну-ка, подожди. Задания основные. А, поле павших, да? Давай так пока. Зайчишка, зайка, сука серенький. Это земля Карха Тьмы? Нет, сунувшись в теснину, они нарушили перемирие. Блин, буря песчаная, да? Когда прекратится? Давай показывай, быстрее, мне дело не терпит, мне своих дел полно. Уже рядом. Мне даже сражаться нечем. Надо было все-таки палочки все время собирать. Я ж думал, лук и стрелы одни и те же будут. Пришли. Здесь была засада. Наши бойцы все осмотрели. Ну, может, эта твоя штука даст какую-то зацепку. Прошу тебя. Я должен найти этих ублюдков. Совсем новые стрелы. Пятна крови. Не похоже, кровь будто размазана. Копье. Копье Карха Тьмы. Идеально острое. Не было в бою. Так, а что случилось-то получается? Словно тут кого-то тащили. Здесь что, протащили труп? Что ты видишь? Тут прямо дорожка. Кровь будто капала с чего-то вроде телеги. Видишь, след колес? Трупы явно сюда привезли и разбросали по полю. Стой. То есть этих людей убили где-то еще, но зачем, Карха Тьмы, их притащили? Ты знаешь, я уже не уверена, что это дело рук Карха Тьмы. Ой, да брось ты. Ну, идем по следам и посмотрим. Пойдем по следам, следуй. Вдоль колеи. Хорошо, будем следовать. Будем собирать все, что видим. Вроде потом, вроде палочек мне только и не хватает. Ну-ка, еще посмотрим. Угу. Не только теперь палочек получается. Блин, интересно, у торговцев можно приобрести эти палочки? Я приберегу. Так, костер. Вижу. Да, телега, вот видно. Ехала телега. Ого. Река, да? Так, это куда я иду? Ты меня у тырок затащил вообще туда, куда мне не надо. Ну да ладно. Так, здесь, видимо, какая-то развалина. Так, как мне... Вот, я вижу, телега доехала. Я понимаю, за что ее убили. Но зачем эти фокусы? Да, загадка. Но мы ее разгадаем.
Ого. Ого себе. Ничего себе, смотрите, это ж эти тарелки. Круто. Это я беру в дорогу. Так, это не это ли телега? О! Утырок этот, не? Это не карха тьмы. Это наши, это Азирам. И вы всегда так добры друг к другу. Ладно, пришло время... Блин! Почему так? Так, значит, с ним предатели, да? Понял. Так, как бы нам пробраться, а? Сейчас отметим, где они есть. Тут вообще чуть трое. Чтобы к ним забраться на... Да, вижу. Так. Вижу, дружище. Черт, как. Черт, блин, как туда забраться? Ага. Молись, утырок. Тварь. Похоже, что приманка. Готовься. Ёбушки-воробушки. Вы что, серьезно? Мне даже бить их нечем. Пять стрел всего. Так. Поищем тут в сторонах что-нибудь, нет? И как его выключить?
Так, ты куда, дяденька? Так. Черт, пока перезаряжался. Аккуратнее, фига на нас тут натравили. Вау-вау-вау-вау. Тише. Так. Вау! Ну что ты, блин, не можешь? Что ли мне это? Блять! Ну почему так? Фига не, блин, фигачат. Вообще жопа нахрен, а? Я так... Вау, мне припасов ни хрена нет вообще. Чем бороться против них? Пушка эта, блин, нажимаешь, она как будто заряжается. А это что? Похоже, что приманка. Готовься. Я с хрена ли я внизу? Я хочу наверх. Я не хочу быть внизу, блядь. Все, ты без брони у нас один. Второй, давай вылазь. Не? Второй сыт. На, тварь. Нормально так. Вылезай. Есть. Всего-то делов-то надо было взять пушку да садануть. Так, это кто? Азирам. Не карха тьмы. Как видно, я ошибся во всем. Как всегда. Кругом одни предатели. А ну-ка, глянь своим третьим глазом. Я должен узнать всю правду. Сейчас. Третьим глазом. Сейчас мы все узнаем. Подожди, дружок. Я соберу вещички. Теперь могу тебе сказать. Что ты хочешь знать? Ага. Осмотри место. Так, понятно. С этих чубриков, оказывается, можно ушки. На это можно поставить оборудование. Вон, у треноги. Разряженная батарея. Угу. Так, здесь пока... Камни прямо раскрошены. Что-то ударило по этим камням. Что-то необыкновенно мощное.
Понятно, его взять никак, да? Посмотреть место засады. Я же осмотрел. Вверху, что ли, осмотреть? Давай вверху осмотрим. А это что за ремни? Так, понял. Так, что за ремни? Ремни от брони, перерезаны ножом. Камень с пятном крови. Угу. Смотреть место засады. Сколько крови? Камни. Это оружие авангарда. Крови на нем нет. Люди Эрзы не оборонялись. Так, ну-ка. Это шлем Эрзы. Очевидно, она погибла не внизу, а здесь. Все эти фокусы. Зачем? Чтобы просто меня помучить? Есть одна идея. Но это лишь мои домыслы. Пока твои домыслы были достовернее всех фактов. В общем, думаю, Азирам атаковали отряд Эрзы новым оружием. Оно стояло вон там, на треноге. И оно испускает волны силы, может, звука. Они раскрошили камень. Думаю, людей он не убивает, а парализует. Отряд Эрзы уложили вот здесь. На их оружие нет крови. Без боя. Зачем парализовать тех, кого потом все равно прирежешь? Чтобы что-то скрыть. Смотри, камень в крови. Этим камнем разбили Эрзи лицо. Или кому-то другому. Гляди, ремни перерезаны. Как будто броню с кого-то сняли. Не может быть. Ее тело покоится в Меридиане, я же сам видел. Ты говоришь, ее изуродовали. А если это вообще кто-то другой ее роста, одетый в ее броню? И так избитый, что невозможно опознать. И это не Эрза. Вернись в Меридиан. Посмотри на нее еще раз. Может, я ошиблась. И это Эрза. Но если нет... Сестра может быть жива. Я иду. Найди меня, как сможешь. Не, круто. Круто. Вот так вот. Хочу пушку эту взять, блин. Попробую, может, взять пушку. Так. Нет, нам надо идти в предел мастера. Сколько нам идти? 1300. Вот это опасная штука. Вот я с чем хочу ходить, блин. Вот это моя пушечка. Еще может кого-нибудь здесь даже встречу. Каких-нибудь мудаков, роботов. И разнесу им бошки. Ну-ка, есть? А, так, навыки 2. А, чувство равновесия. Здесь у меня сбивать броню и компоненты. Во. Давайте вот это будем прокачивать. Тише, тише, тише. Нет, 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 ты возьми. Возьми, давай. Тяжелая штука. И бьет мощно. Бьет она хорошо, поэтому выбрасывать я ее не хочу.
Ни при каких обстоятельствах. Так. Что, мне придется через речку идти? Там моста нет никакого. Просто я бы сейчас с этой пушкой как бы... Ну-ка, а далеко она бьет, интересно? Если нет боеприпасов, это оружие ни к чему. Все, боеприпасы на нем кончились. Фак. Беда. Как так? Так. Давайте хоть какие-нибудь боеприпасы сделаем, да? Не, давайте сначала вот эти вот оставим себе. Обычные. Так как они хоть обычные, но... Они дешевенькие. Палочки, палочки. Плыви, моя хорошая, давай. Наше дело теперь быть аккуратными везде, где только можем быть. И добраться нужно до предела мастера. Ну, побочка такая интересная, которая показала, что люди здесь тоже собрались как бы не глупые. То, что что-то они мутят, а что мутят? Опять же вопрос, на который нужно будет найти ответ. Интересный квест был. То есть выходит, с таких роботов нужно сбивать оружие. Только видишь, сбиваешь оружие, берешь в руку и пошел пулять. Если это все так действует, то... С роботами мы будем разбираться теперь гораздо проще. Вот. Что такое? Чего? Фу. Все, вот и бегай с тремя стрелами. Напоролся, блин, на кучку. Чуть сам кучку не наложил. Так. Ну и все. Недурно. Недурно.
отлично. Давай, 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 заходи, заходи, заходи. Да не бойся, не бойся. Не ждал, да? Ну вот так вот. В следующий раз будешь повнимательней. Хотя надеюсь, следующего раза у нас с тобой не случится. Костер. Ты здесь костер, да? Не, не на этой горе. Да ладно. Туловище, ни хрена себе, рука, экскаватор, это типа крота, блин. Так, аккуратно. Мы пройдем, попробуем вот так. До... До костра дойти. Вот я иду вроде правильным путем. Надеюсь, здесь дуголобы. Блин, а прятаться-то негде. Вижу костер. Отлично. Костер нам лишним не будет. Оп, из кустов в кусты. Из кустов в кусты. Да куда меня так тащит, а? Походу здесь вообще никого нет. Надо бежать. Бизоны. Как бы к бизонам тоже попасть неохота. От кустов в кусты. Это что, рассвет? Нет. Луна. Прикольно, от стрел. Огонь, да, вот так вот. И луна заходит. Да ё-моё. На треугольник тут сижу, жму. Уже собирать с него вещи собирался. На скалах, смотрите, рисунки есть. И есть костер. Новая местность всегда так пугает по чуть. Но мы не боимся. Так, есть елочки. И мы опять вроде возвращаемся. Скоро мне это понадобится. Извини, дружок. Я не советую тебе идти в закатную крепость. Почему? Кто такой? Опять ты. Те, кто хотел тебя убить, думают, что ты мертва. Если их агенты в закатной крепости тебя увидят, все будет напрасно. Звучит довольно зловеще. Ага.
А куда мне тогда идти? Объясни. Что? Я не туда свернул. Но здесь есть город, так что в этот город я, пожалуй, друзья, зайду. Лишним мне это не будет. Он мне сказал лучше не заходить в закатную крепость, да? Я, пожалуй, послушаю, раз они считают, что я мертва, то пускай так оно и будет. Мы лучше подготовимся к бою, как только сможем. Подсоберем себе ресурсиков. Так что самое обидное, так это то, что я крысу не нашел и не убил ни одну. Угу. Так, роботы там своей жизнью пускай живут. Ну-ка. Нет. Ибо так проще. Что это так? Блин, я думал, какой-то новый цветочек. Видел мастера. Я уже близко. Олин сказал, он нашел образ той женщины в древнем устройстве. Если это моя мать... Что она могла делать здесь? О, птица летает. Так далеко от земель Нора. А, я не понимаю. Кто она? Ее имя Элизабет Собек. Ты опять в моем визоре. Вон еще. Ну, выкладывай. Тарелки. Что тебе о ней известно? Следуй, куда шла, и скоро ты будешь знать о ней столько же, сколько я. А то и больше. Но имею в виду. Предел мастера заняли воины затмения. Чтобы помочь тебе, я припрятал возле руины особое снаряжение. Визор покажет тебе, где именно. Так, доберитесь до руины, смотрите. Оборудование. Он сказал Элизабет Собек. Какой странный имя. Странное имя для нас, да. Ну, в смысле, для вас. Я пока не могу перехватить это время на этой машине. Нужно как-то научиться. Так, здесь копатели. Подойди, подойди. Вау, а он с броней. Вот почему. Вау. Сколько
сколько их там загрел на себя. Черт. Так, аккуратненько. Воу-воу-воу-воу. Так. На, мразь. Нет, 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 вставай. Фу, вставать. Нельзя подыхать, нельзя. Я их тут бил, 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 чтобы вещей набрать. Не нужно было погибать. Тише, зайчик. Зайчик, попрыгайчик. Серьезно, что ли? Так. Будем пробовать идти аккуратненько. Причем очень аккуратненько. Так, никто не захотел, да? Так, давай. Раз, два, три. Ты охренел, что ли? Все, разлетелся, мудак. Да ё-моё.
Воу, проволочек не хватает. У тебя проволочки есть, мой хороший? Иди. Нет проволочек. Капец, какие вы несговорчивые, а? Да. Беда. Ни хрена нет. Так, это я все подсобрал. Ну что, нужно добираться до руин и взять все-таки амуницию, которую мне приготовили. Так, вижу костер. Костром пренебрегать не стоит. Ну что, друзья, вот так вот мы пробираемся в предел мастеров потихонечку и доберемся туда уже в следующей серии. Если это интересно, то продолжаем смотреть. Мне лично очень интересно, так что анонсы стримов и новых видео всегда в группе ВКонтакте. Ссылочка в описании. Всем спасибо за просмотр. Всем до связи, всем пока.